Всем здравствуйте, время 9:58, 23 декабря, снова на рыбалке с Сергеем. Мы приехали, где-то он там ушел. Сейчас буду сначала по старым лункам забурюсь. Тут у меня, там три, короче, лунок, 6 у меня или 7, наверное. С 11 декабря, это уже 2 недели скоро будет, как были оставлены с прикормкой, не знаю, осталось там, что не осталось, и есть тут вообще нет чего. Клев на озере никого не было, пока мы заходили, чтобы узнать, клюет, не клюет. В общем, забуриваюсь. Еще каша у меня, еще кишки у меня, еще, наверное, много лунок забурю. Ну, сначала проверю эти, если будет клевать, есть смысл закармливаться. Может быть, в разведку на ту плесу схожу. Может быть, где-то здесь. Вот так вот. Ну что, время 12:53. На новой плесе у меня тут 6 лунок забурено. Одна закормлена. Я вот сейчас только пришел. Вот поклевочка. Такое тут. Грамм на 400 будет, я думаю. Вот так вот тут. Не знаю, сейчас еще посмотрю, наверное, на раз пробегу. Все эти лунки. Есть смысл тут еще закармливать эти лунки или нет, не знаю. Вот так вот тут. Что, время 13:51, клева нет. Принято решение попробовать закормить 5 луночек еще. На той плесе, где крупного поймал. Хотя бы, может, штучки по 3 с луночки поймать. Здесь, короче, на корвалов так и никого. Ротан с ума не сошел все-таки, кроме вот этого одного Васькиного обеда. Сейчас пойду эти зафиксирую. И пойду дальше рыбу пытаться ловить. Так вот, снимать нечего сегодня. Поклевка одна в 10-15 минут. Как бы камеру бессмысленно ставить, включать. Вот так вот. Время 14:13. Тут ряд лунок. У меня 3 лунки. Заметает снегом. Одного поймал. Еще один. И где-то еще должен быть один. А, и вот еще маленького одного поймал. Полностью заметает, метет поземка. Будем пробовать. Прошлые рыбалки с этой лунки у меня. Последний раз, по крайней мере, больше всего я поймал. Сегодня всего 3-й. 10 часов. Говоря, ловли. Время 14:24. Решил, в общем, я бегать по свежезакормленным луночкам. Что-то с них, мне кажется, толку будет больше. Вот самое большое с лунки поймал 4 штуки. Самого большого. Здесь. Ну что, время уже 16:13. Вот второй только такой более-менее экземплярчик. Ну и весь улов у меня 3 десятка, наверное, умещается. Вот так вот тут сегодня клюет. Эх. Насадка у меня вся та же. Ну, свежая уже, только вся разрезана. Чтобы маленько шевеление в воде было. Вот так вот. Ну, наверное, сейчас уж будем домой собираться.
если что, то засниму, если засниму. Или так потом, может быть, общий улов напишу. Как-то вот так вот. В общем, время 16:38. Вот мой весь улов. 25 штучек я насчитал. Вот два самых крупных. Вот такой сегодня уловчик. Ну что, пойдет хоть столько, и то хорошо. То ли все-таки у нас ротан уже перестал ловиться, отходит совсем. Либо погода так поменялась. Клев такой неактивный. Но надо еще попробовать бросать рано. Так вот, всем пока.